20 секунд сыграли. Бьется, бьется, хоть бой. Минуту сыграли. Минута 10. Пробежка. Минута 25. Минута 30 сыграли. Чисто. Окей, хорошо. Давай. Окей, поехали. Минута 56 прошла. Оу, жестко. Оу. Пожалуйста, мэн. Третий фол, Барбаров. Третий фол, Барбаров. Окей, 248. Поехали. Yes, and see. 3 минуты сыграли. Окей, парни, стоп. Давайте поставим кофе, я снимаю время. Четвертый фол Барбарова и бьется. Напоминаю, играем до 5 фолов. Есть? 7-6. 7-6. Играли, минута осталась. Пробежка. Парни, спасибо за отличную игру. А правило есть правило. И то, в чем отличается от других правил стритбола. Идет Сан-Франциско на Алькатрас, где будет защищать честь Украины. Кайл, иди к нам, чувак. Номер один. Давайте Кайл похлопаем, ребята, это здорово, классный чувак. Он реально сегодня выиграл, чуть-чуть я его не выдержал.
Спасибо тебе, чувак. Дело в том, что тут специфика совсем другая. Здесь физически более интенсивно, более нужно быть более подготовленным и морально, наверное, более устойчивым, чем в таком в командном баскетболе. Вообще соревнования очень понравились. Получается, это впервые у нас на Украине проводится. Надеюсь, и дальше, в следующий год, также будет проводиться, и людей будет еще больше. Было видно, что, ну, это вызывает большой интерес по всей Украине. То есть вот очень много моих знакомых лично принимали участие. То есть все прошло на высоком уровне. Отличная организация, отличные ведущие. Уровень высокий был, потому что ребята, получается, ну, разносторонние довольно игроки. То есть у каждого какая-то своя манера. То есть и под каждого игрока, соответственно, ну, необходимо было подстраиваться, где-то там пытаться нейтрализовать его сильные стороны, вот, ну и самому как бы забивать. То есть, ну, было непросто. Вы видели сами, что борьба была, да, ну, практически в каждой игре, в концовке только решалась там буквально одним-двумя попаданиями. Я буду готовиться, конечно, буду стараться представить нашу страну достойно. Вообще, как бы, моя мечта была вот в Америку поехать. Я ни разу не был еще. Вот благодаря Red Bull, благодаря этим соревнованиям, вот моя мечта, можно сказать, что осуществилась. Поэтому я счастлив, очень рад.